Житель Челябинска лишился 45 тысяч рублей за несколько минут. Неизвестные списали деньги с карты потерпевшего. Дмитрий Уколов говорит, СМС-сообщения о снятии денег вдруг стали приходить к нему в тот момент, когда он сидел дома и смотрел телевизор. Пришла СМС о снятии средств. То есть, ну, сначала не понял, то есть минуты две как бы смотрю кошелек, карта на месте. Я думал, сначала карту потерял. Звоню в Сбербанк онлайн заблокировать карту, пока звонил. Попытались снять еще деньги. Но снять еще 20 тысяч злоумышленникам не удалось, так как у Дмитрия Уколова на карте был лимит выдачи наличных. Мужчина на следующий день написал претензию в Сбербанк, а также заявление в полицию. В банке была проведена проверка по этому обращению клиента. Проверка показала, что операция снятия наличных была проведена через банкомат в городе Челябинске и была подтверждена корректным пин-кодом. Также представители Сбербанка заявили, что готовы предоставить по требованию правоохранительных органов все видеозаписи с камер наблюдения. Возможно, съемка поможет понять, кто все-таки забрал средства Дмитрия. Сейчас же мужчина временно решил не пользоваться услугами банка и надеется вернуть свои деньги.